друг народного артиста СССР Василия Ланового. Народный артист России Евгений Герасимов в четверг, 28 января, заявил, что состояние актера очень тяжелое. Герасимов также подтвердил, что Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. «Очень тяжелое. То, что он почувствовал себя неважно, знали уже раньше. А то, что настолько серьезно, что подключили к искусственной вентиляции легких, это узнали сегодня», — ответил артист на вопрос о состоянии Ланового телеканалу «Звезда». О том, что народного артиста СССР Василия Ланового перевели в реанимацию, ранее в этот же день сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. По его словам, артисту стало хуже накануне, и его перевели в отделение интенсивной терапии. Крок подчеркнул, что существует угроза жизни артиста. 16 января этого года Лановому исполнилось 87 лет. С днем рождения актера поздравил президент России Владимир Путин, пожелав ему крепкого здоровья.